Итак, всем привет, с вами РЛ ТВ, и сегодня, может, так, блядь, что это такое? CD Projekt, ну ёбаный рот, ну что это, блядь, такое? Объясните мне, пожалуйста. Ай, да ну его нахуй. В общем, всем привет, с вами РЛ ТВ, и сегодня мы снимаем, так скажем так, через Bandicam опять, а не через OBS, всё-таки вроде как мне понравилось всё. Мы пока что будем на нем снимать. Единственная проблема то, что FPS тут ограничен, как я понял. 60 кадрами, если будет проседать. Ну ничего, ничего. Пока что все заебись вроде как. Вообще хорошо. В прошлой серии у нас была дичайшая перестрелка, так умное оружие. Но будет работать лучше, если вы подключитесь к нему через смарт-линк. Чтобы снять его, обратитесь к Криперу. Понял, понял. К Криперу мы обратимся, но опять же не сегодня, потому что, скорее всего, мы сегодня будем выполнять миссию. Вообще, в прошлой серии была вообще дикая перестрелка, нахуй, с казаном, с пловом, на. Вообще жесть полнейшая. Желаю посмотреть вам... Ой, рекомендую посмотреть вам ее по ссылке в подсказке, скорее всего, будет. Так, значит, я уже даже забыл, что у нас там было-то, ебать. Так, у нас там, значит, была такая хрень, то, что мы искали своего вот этого... чипера, то есть человека, который нам будет с чипом разберется. У нас же в голове это пластина большая, которая нас может завалить. Вот, и в конце-то концов нам нужно сначала порешать проблему Панамки, и потом она нам поможет добраться до вот этого человека, который нам сможет помочь. Собственно говоря, посмотрим, что она сейчас нам скажет после перестрелки. Как ты там сказала? Да-да-да, Бести это ее начальница. Одна проблема решена. Да! Довольна? Это было жестко. Нэш его уже не доставит. А мы пока дроп пособираем. В смысле перегружа? Уберите ненужный предмет из... Сука, какой бэтрип нахуй? Так, полегчал. Ну ладно, сейчас найдем какой-нибудь пацанчика, и мы все нахуй продадим. Так, ладно, поехали. Поехали отсюда. На туре. Блять, почему я так долго иду? Потому что я перегружен. Это вам не Skyrim, это вам Киберпанк. Ты такая же, что ли? Расчетливая циничная сука. Да согласен с тобой. Ласковая и понимающая. Хотя... Да хер с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Сука, ты тут не лагай нахуй. Тебе... А то CD Projekt реально. Привет, босс. Товар у меня. Босс или боззы? Эй, обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Sunset. Все. Сейчас встретимся со всеми пацанами, все порешаем. Главное, чтобы FPS не падал. Конечно, я приеду. Вот что это было такое? Это нормально вообще сейчас? Проехали не? Займемся Хельманом. Идет? Все. Да, поехали, все. Звучит неплохо. Но это не то чтобы неплохо, это так и должно быть. Надеюсь, никаких проблем не будет, реально. Эта серия будет спокойна, по крайней мере. Надеюсь. Ну вот видите, вот просело сейчас. Почему так было, я хуй его знает. Пропустить поездку, нахуй-то нам смотреть надо. Киберпанк, ну что вы делаете, пацаны, ну ё, нормально сделать игру, и чтобы, ой, короче, на это можно возмущаться вечно, давайте просто смотреть так, как есть, серьезно. А, кстати, все-таки нет, извиняюсь, по бырику сейчас поменяю, тут же есть такая херня, как вот эта вот хуйня, может быть, ее надо включить, я не знаю, может, на качество, ну, сейчас посмотрю по FPS-у, как будет, типа. Говорить буду я. Вроде как что-то, ну, не так. Лучше стало. Нет. Ладно. В смысле, надеюсь, что нет. О, вроде как лучше. Хотя, хз. Этот, я запоминаю то, что отключил RTX ради OBS. Может быть, в следующей серии я его включу. Но я точно не знаю. Тут типа FPS, он везде одинаковый почти. Привет, босс. А чё я ручку-то держу? Открепись тут, сука, чё, прилипло? Не могу до него дозвониться. На твоём месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Да отпусти ты ручку-то, ё-моё, ты что, тупая, что ли? А это кто с тобой? Бонус? Мы работаем вместе. Да. Ха. Да ты меняешь напарников, как перчатки. Держите, товар первоклассный. А что я там вообще? Ага. Сейчас нас наебут еще, это будет плохо вообще, если что. Куряга. Порядок? Вон там справа. Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не Бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Да вообще норм. А мне ничего не дадут с этого. Я тоже, между прочим, в этой операции участвовал.
Убрать оружие. Нормально. Ну я понял, мы если что стояли. О, я сейчас как раз таки продам бармену все пушки. Я же сказал, что продам все. Ну, пацаны, ну что вы? В натуре. Новое сообщение. Стилетов выкосили, 6-й улице угодили. Хороший день для Панамы. Да вообще отличненький день вообще. А я бандикам настроил, мне походу тоже хороший день. Сука, радуюсь такой хуйне, которой все обычно уже давно уже счастливы и до этого. Блять, мне плохо. Сбой в работе, блядь, чипа. Меня сейчас вырвет. Привет, но... Так, только вот сюда давай. Что, новые дела? Сука. Или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все понял? В порядке? Эти суки больше не приходили? Да все вроде но. Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозыша, пока все. Бля, а и... что ты ладно, я не буду шестых? Пить, я уже пил недавно, вы сами помните. А ты не видела? Паллоперидол. Лекарство для киберпсихов. Ну-ка, ну-ка. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Я тебе сейчас, погоди, мы сейчас выпьем с тобой. Рейтерам. За то, что у нас впереди. За все, что нас ждет впереди. За все хорошее. По-моему, мы с каждым персонажем этой игры бухаем абсолютно. Кроме бармена. Хотя с Дексом мы тоже не бухали. Ну, я не знаю. Еще одно можно? Да, уже выпила бутылочку-то, нихера себе. Она пьет быстрее, чем я. Намного. Спасибо. Блин, здоровья. Целую бутылку за 2 секунды выпить. Это ж как, знаете, кто не знает такое пиво, гараж, по вину напиток. Кстати, похоже по этикетке тоже. Так, выпить. Я вот не допил. Прямо из бутылки хуячит. Так, ладно. Значит, наше дело закончилось. Поговорим об Андерсе Хельмане. Ладно. Переключаемся на мои проблемы. Да. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Не надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Ну-ка, давай-ка. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Так, все нормально. Хотя, может, снимем одну комнатку, чтобы погулять вместе в кровати. Ладно, выпьем. Так, может, снимем комнатку все-таки реально? Может, один номер? Но все равно в каждом по две кровати. Сэкономим. Отдельные кровати. Я немного не об этом. Я не это имела. Ну-ка, интересно, получится у нас замутить? Ну, я рада, что мы познакомились, поэтому... Да. Расслабься, поэтому... я тоже рада, что поэтому нам нужно уже вместе кровать. Не очень. Но мы справились. Завтра тоже справимся. И этой отлично ночью тоже. Сказано. Так, ладно. Все окей? Угу. Да, 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 все. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Давай, давай, я потом к тебе присоединюсь. Ну, по пивку. Все, хорош бухать. Вставай. Хотя можно было еще выпить. О, кисоньки, 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 кисоньки. А, там пушка. О, какая. Тебе делать нечего. Мысли, а может быть я с тобой выпить хотел. Ну ладно, у меня свой муж есть. Не будем ее мешать. У нас тоже есть своя чувих, скажем так, на одну ночь. А, сука, погоди, я не продал свой шмот-то, погодите. Надо же продать кому-то. Я уже совсем забыл про это, пока бухал. Нам нужно найти торговца какого-то. Вот он по-любому что-то сможет нам сделать. Ну давай, ну... Чел, ну мэм, ну серьезно. Да ты что, подорговать не хочешь? Ну ёпти. Ай, блин. Ну мэм, ну серьезно. Ну ё-моё. Ну идти так долго, это же долго. Я... Ага. Ага. Пушки примешь у меня? Игровые автоматы, все дела. Все наладится. Я надеюсь на это. Особенно около такого баннера. It's a big day. Big day. Так, 204 закрыто. Угу. Причем так она просто ходит нормально. То есть без всякой приколюхи. Нам нужен по бырику какой-нибудь этот. Так, ладно. Продай шмотки. Бля, я думал вместе с ней буду. А можно? Бля. Доброй ночи. Я по тебе походил, ну ладно. Типа, доброй ночи.
Сейчас просыпаемся, и она там ковыряется у меня где-нибудь. Я так и знал, ее нет. Бля, звони туда. Меня зовут Дакота. Если тебе нужна сука работа в пустошах, то ты в адрес. Я Ви. Спасибо за информацию. Так вот это вот, смотрите, вот она кашляет. Это лечить надо как-то, что ли? У меня просто нихуя нет. Патрончики его перегружены. Уберите ненужные предметы снаряжения. Да я не хочу! Я хочу продать это все дерьмо. Кстати, может быть, сейчас бармен... О, видите, стопочка появилась, значит, можно заказать. Просто там, если можно заказать, то получается магазин тоже доступен. Так, если захочешь поболтать... Да погоди, ты перегружен. Ничего мы не перегружены. Сейчас мы весь мод продадим и пойдем. Перегружены они там. Да хорош распамить-то своими сообщениями. Найти эти горы спама и помойки. Ладно, во! Все, видите, появилось, значит, можно... Так, да блин! Да что такое-то, блин? Ну и, ладно, давайте что-нибудь выкинем. Персонаж. Журнал. Снаряжение. Ну что можно выкинуть? Да ну все нужно, блин. Все нужно. Я хочу это все продать. Так, ладно, давайте по урону посмотрим. То есть получается у нас пистолет, винтовка и какая-то хуйня. Так-то нужен дробовичок. Дробовик. Так, этот лучше. Этот лучше тоже. Так, где секундочку. 143. 143, это дробовик, я хуй знает. А, это винтовка, ну ладно. Так, ладно, винтовка. И получается у нас 100, сколько там, 116? Тоже винтовочку. Или, погоди, пулемет, может быть? Штурмовая винтовка. Походу, их можно как-то отсортировать по урон в секунду, вот. Самый мощный у нас получается это вот это, да? 259. Это у нас что такое? Хер его знает, но короче, ладно. И получается у нас остается... это целевая винтовка. Нет, погоди, нам нужен дробовик. Дробовик нам нужен, погоди, стой. Урон, так, нам нужно по типу теперь. Значит, получается... Не, давайте, знаете, как сделаем? Урон в секунду просто мы уберем, который у нас самый хуёвый. Вот это вот, допустим. Это надо выбросить. И давайте, смотрите, разобрать можно. Получено, хуй знает, что получено. Не, ну она может бежать-то, это главное. Во, вот это хорош, да. Вообще. Хорош вообще. Кусочки для ногтей, вообще заебись. Что там в большом мире? Да хуй знает. Так, ладно. Вау, привет, тебе помочь? Помощь нужна. Нет, знаете, в ТикТоке такой мем видел, где чувак такой вылезает и там смотрит вверх, а там Шрек такой, че? Ладно. Поговори с панам. Ну давай с панам. Ну что, как спалось? Да вообще хуйня, нам только надо было с кем-то поспать. А ты выспалась? А ты? Отдохнула более-менее. Тебе ночью кошмары снились? Ты кричала? Серьезно? Не парься, мне не привыкать. Мич и Скорпион, когда вернулись с войны... Бывает, ну да конечно, каждый день у перестрелки происходят, вы о чем? Что бы тебя не тревожило, все пройдет. Угу. Будем надеяться. Да, я тоже буду надеяться, все. Так, ты подумала? Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Хорош, вообще смотри. Нормально. Так, ну-ка. Угу. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Блять, а я забыл время за сей штуку, мы снимаем. Из твоего пулемета. Ну ничего, сейчас еще 20 минут. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Так, ну-ка. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Микроволновку ему дадим? Микроволновая электростанция? Ну да. Надо туда завалиться. У тебя есть микроволновка? Ну, допустим. А потом что? А потом мы разогреем для него сосиски, он на них посмотрит, захочет покушать, и потом мы его схватим. Как только оно окажется в зоне поражения, мы вызовем короткое замыкание. А, ну а потом все, перегрузка, электричество, все ясно. В смысле, двигатели тоже? Абсолютно все. Так они ебанутся там, нет? Двигатели, навигация, связь. Пиздец, так там нахуй все полетит, блядь. Значит, пора за работу. Хотя не забудь, Хельман нужен живым-то, реально. Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея,
Но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Блядь, хуёво. Ну ладно. Тогда главное, чтобы не завалили его. Садись, а то холодно. Да вообще. Так, ладно, уходя, гасите свет. Все, нормально. Сейчас мы Хельмана поймаем за жопу и все. И позвоним такому Эре. Или как его там, блядь. Он нам, помните, говорил, что надо позвонить ему тогда, когда мы схватим Хельмана. Сейчас мы этим и займемся, пацаны. Хорош, вообще доволен я, нормально. Так, получается, давайте мы, знаете, до 25-30 минут поснимаем. Так, еще 10 минут. А не пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпоратам. Да, я тоже так думаю. А ты любишь гадить корпоратам? Любишь гадить корпоратам, да? С чего ты это взял? Нас бы она... Ну, то есть могли бы начать, хотя, кстати... Хотя нет, погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, короче, два собака пара называется. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Че, еще есть вопрос? Сменим тему. Самый странный товар, который ты перебрасывал. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Бля, нахуй этот просил? Замдиректора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике. В черном мешке. Труп. Бедолага. А мы тоже, может, кстати, недавно труп-то перевозили, помните? Мы даже какого-то корпората вроде перевозили. А можно пропустить поездку? Можно как-то пропустить поездку? Или мне нужно будет смотреть на свои ножки красивые? Или мы уже приехали почти? Или... Сейчас приедем к дамбе, а, и там, ну, остановимся, да, ненадолго. Все понял. Все понял, понял, понял. Че, по встречке хуярим? Откалибруем тебя с турелью. Меня? Надо, чтобы ты тоже могла ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Все, давай, давай. Подключаться личным портом надо будет. Подключайся. Давай. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Все, понял. Сейчас подключим свою хуйню. Стой. Сначала диагностика. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Потому что у меня чип... Знакомься по нам. Это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю. А, блядь, шучник. У тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. Да. Это не вирус. Просто вредоносная программа. Заебывает, но жить можно. Сука ты. А это повлияет, бля, на калибровку? Посмотрим. Не должно. Ну что, была не была? Походу ебанемся. Видишь кучу мусора? Ебать, вот бы я так себе хотел. Очередь. Я займусь калибровкой. Так, мусор понял. Отлично. Заебись. Один выстрел. Нихуя. Погоди, стой. Где цель следующая? А, вот она. Ага, и еще. Отлично. Раз. Длинной очередью. Супер. Нормально. Вступляемся. Вообще, чё? Вроде не так плохо, скажи. Да вообще круто. Мне понравилось. Надо бы проапдейтить твой софт. Калибровка — это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры, все устарело минимум на 2 поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Кабуке. Если хочешь, конечно. Я подумаю. Главное, что сейчас все работает. А, бля, зря я это сделал. Я не хочу буду ехать на блошиный рынок. Погодь, я подумал, видишь, она сама там что-то улучшит или что-то еще. Оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня. Ну да, кстати, он уже тоже этот, типа, там хуярил всех корпоративных. И большого члена. А что, большого члена. Мы даже и подружимся. Не, у меня бы он был, если бы его прикрепил вначале. Вы сами видели. Я просто отказался. Ну, может и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похожа на меня больше, чем тебе кажется. Сама увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Может быть. Он же сначала хотел нас убить. Ладно, едем. Доехали уже, да? Я даже не могу представить пока что, как это выглядит. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Да тут никого вообще нет. Большая штука, это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Где они? Потом а, вот она превращается в электричество. Так, Так антенны идут по всей магистрали.
Угу. И это нам на руку. Они же все связаны. Нам надо. Да, они типа выключат электричество, как я понял, хотя хер знает. Будет импульс от всех антенн. Ави попадется как муха в паутину. Нам останется только. Все, понял. Микроволновку ему выкинуть. Тогда понял. Пошли ударим. Когда приедем на станцию, я проложу обвод для детонатора, а ты перегрузишь систему. Я понял. Окей, перегрузить систему. Это я хоть сейчас. Надеюсь, там ничего сложного. Я права? Вроде нет. Просто выкрутишь. Вот эта херня, видите, справа, дирижабль или как она называется? Ладно. Я в какой-то игре такую штуку уже видел, причем довольно старой. И что теперь? Игре. Теперь ждем. О, я вспомнил название. Жестокие звезды. Там такие же гоняли. Поняла. Игра 2001 года. Советую поиграть, кстати, очень крутая. Отлично. Ну, киберпанк, само собой. Так, ладно, погнали. Че, ты утро? Раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? А нахуй одной? Мы, типа, ночью спали, нет. Если мы все равно утром приехали? Окей. Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами, импульсом. Нотк. Главное, какой у тебя подход? Я действую по правилу 3R. 3P? Это вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности, и оцени свои ресурсы. Потом разработай план. Бля, баба-то умная, оказывается. Побольше бы таких, оказывается. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Да тебе надо придумывать принты для футболок. 3R — это все, что нужно тебе для счастья. Но иногда еще пивка холодненького. Пиздец. Ладно. А если что-то, если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. Ты что думала, я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Ну, нам нужно только... А я уже почти поверила. Да, вот так вот рекламный маркетинг и работаешь. Так, ладно, нахуй я это смотрю, перемотать. Да. Ну все, ну давайте, когда мы уже приедем-то? Надоело уже смотреть в машине. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к черту. Ой, да все понятно, все. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Кого там тряхнет? Окей. Ой, блять. Я готова. Подключаемся к системе. Так, давай, хуярим, чем мы хуярить. Турелька, турелька, турелька. Давай, давай. Ну где? Да! Пошло в дело! Пошло все в дело! Займись быстрее, сука! Пока в раз не попали. Ой, бля! Это все? Да, но тупить некогда. Так а че, все, тут столько дронов всего-то было. МС-дрончик прилетел, все больше ничего. Че, за боженька спустился, слышали звук? Так, приемный код или как его там? Ресивер, что такое? Найди панель Ви. Я подключу детонатор, да, давай. Да ща. Воу, сколько тут панелей-то. Че, все, ничего? Опять таб заходить надо? А, погоди, надо зажать просто. Это херня какая-то. Во, нашел. Блин, не то. Сука, не умирай. Пожалуйста, не умирай, только не умирай. Сейчас вообще не время. Сейчас вообще не время. Перезагрузить. Терпи. Дыши. А чё на... Чёрт, банан! По-моему, мы переборщили. Жить будешь. Блядь, мне хуёво, пацаны. Классно? Всё мигает, как ёбаная новогодняя ёлка. Ты хотела на максимум? Вот тебе на максимум. Зашибись. Съёбываем, пока нас тоже не поджарило. Ладно, взлетай давай или делай чё-нибудь. Всего-то... Три дрона, вот, смотрите, это ведь электростанция... Не уёбывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собиралась разложить тут плед, позагорать. Не, слушайте, я... Серьёзно, в следующий раз мы... Бля, чё? Джонни? Он как-то, как в Гаррис Моде, расхуярился. Короче, я хотел сказать, знаете чё? То, что всю электростанцию охраняют всего так, три... бота. Отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Надеюсь, бандикамов не будет такой проблем, как вот разрыву, как в прошлых сериях. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Все понял.
Короче, я хотел сказать то, что вот эти боты, они типа охраняют электростанцию всего, ну типа города. Как такое возможно? Это же вообще капец. Так, ну давайте выйдем, получается. И... На. Всегда хотела нажать большую красную кнопку. Да, нажмем красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь... Я понял, мы сейчас перезагрузим систему. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Че там? Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. Бля! А, так евро-доллары, так и все есть. Главное, ничего не спорить. У нас только один шанс по нам. Главное, его не просрать. Не ссы. Я все довожу до конца. Всегда. Я заметила... Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Кстати, да, это очень подозрительно. Ничего нет. Ветер это только подчеркивает. Я уже и забыла, что такое тишина. Ну, только не надо сейчас расслабляться. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А это не освежитель воздуха в твоей машине? Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Ну, в общем, нажмем эту кнопку в следующей серии. Так что оставайтесь на нашем канале. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, комментируйте видеоролики. А также смотрите плейлист Киберпанка всего. В описании ссылочка будет. И другие игры также. Мафия и Assassin's Creed у нас вот. Я говорю, недавно только начали, вот мы конкретно восстанавливаться, то есть у меня бандика, мне пришел на бандикам с ОБС, ОБС вообще полнейшая дичь, поэтому я перешел на бандикам. Теперь вроде с съемками должно быть все нормально, сейчас посмотрим. Так что всем удачи, до скорого, всем пока.